Когда мы вяжем из скользких ниток, как, например, вот эта вискоза, она, видите, у меня даже в такой вот, в таком чулочке, чтобы не размоталась. И вот я отрезала нитку, сейчас как ее не прячь, она все равно может в процессе ношения изделия, даже в процессе вязания, может выбиться. И поэтому я использую вот такой клей. Называется кристалл, прозрачный клей из серии «Момент», универсальный. Я выдавила капельку на ватную палочку, вот сняла вот эту ватку с одной стороны. И сейчас приклею эту ниточку. Я вот мажу ниточку и петли под ниточкой, чтобы они приклеились. Он быстро затвердевает, загустевает. Поэтому надо все делать быстрее. Можно использовать одноразовые перчатки, можно было сразу их надеть на руки. Или можно так вот прижимать. Как следует прижали, быстро клей застыл, и можно пользоваться, можно носить изделие, стирать, ничего с ним не случится, и он не будет царапать кожу, он совершенно не жесткий, мягкий.